Как выяснилось, на месте происшествия бортовой газ съехал с лесной дороги вниз по склону. К счастью, автомобиль задержался за стволы деревьев, что предотвратило его падение. В открытом борту находилось несколько человек. Все смогли выбраться самостоятельно, только одну из пострадавших требовалось эвакуировать в носилках. Спасатели МЧС оказали помощь пятерым женщинам и мужчине, который был за рулем автомобиля. Все они местные жители. Из видимых повреждений у всех пострадавших ссадины и ушибы, у одной из женщин перелом правой руки. На месте находились 4 бригады скорой. Как рассказали очевидцы, машина двигалась со стороны чайных плантаций. Водитель свернул с асфальтированной дороги на колею в сторону леса. И уже из этой колеи автомобиль перевернулся. На данный момент причины аварии выясняются.